Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре микроколебалочка от производителя Delfin. Называется она Лифа. Поставляется в одном размере 27 мм и в одной развесовке, весит она 2,5 грамма. Поставляется вот такой вот симпатичной упаковке. Отлично закреплена внутри, не царапает себя своим же одинарничком и придет к вам в идеальном отшлифованном состоянии. На лицевой стороне видно название приманки, есть сверху логотип фирмы, по бокам тоже указано название самой колеблющейся блесны, сзади есть информация с названием расцветки. Расцветка здесь вамп, ну в простонародье как бы это простая расцветка в цвете серебро, которая отлично имитирует и похоже на простого небольшого малючка, которого, я думаю, с удовольствием захотят отведать большинство рыб, которым вы его предложите. Это форелевая блесна, в основном создана именно для арийной ловли форели, как в подповерхностных слоях, в средних можно также и работать ей джиговой проводкой, так как у нее смещенный центр тяжести, и можно стучать ей по дну, она будет очень интересно себя проявлять, неплохо показывает себя также на остановках, на осыпании, где будет бликовать своими боками и опять-таки привлекать к этим свое внимание к себе. Для чего она может еще пригодиться? Это ловля головля и жереха при своем небольшом размере, 2,5 грамма и отличных аэродинамических свойствах, будет далеко лететь и можно подобраться к такому осторожному хищнику, как жерех, который тоже должен среагировать на подобную приманку. Ну и окунь тоже не пропустит данную колеблющуюся блесну. На внутренней стороне мы видим большую выемку, которая будет давать интересную игру данной приманки. Указана здесь также развесовка и название производителя Delfin. Лицевая сторона гладко отшлифована и имеет очень такую отражающую хорошо поверхность. Солнечная погода будет работать просто превосходно, видно будет ее с больших расстояний. Есть также интересные расцветки у данной модельки, их 9 штук. Есть крашеные блесны, есть в различных расцветках золото, серебро, медь. Ну, то есть вы обязательно подберете себе цвет по вкусу, либо под имитацию каких-то жучков, либо рыбок. Дополнительно оснащается застежечкой, застежка качественная, застежка мощная, надежная и подойдет не только для этой блесны, но и для использования с другими приманками. Она очень имеет плотное, получается, крепление. С другой стороны, мы видим заводное колечко, такое же мощное, которое как бы как будто бы не соответствует классу ультралайт, но здесь действительно надежная фурнитура, которая не оставит рыбе шанса, не даст ей разогнуть ни крючок, ни заводное кольцо. Крючок здесь имеет довольно-таки хороший поддев, что будет помогать легче засекать рыбу. И имеется небольшая бородка, он очень хорошо заточен, фурнитура здесь на высшем уровне. Очень качественная, интересная блесна, в первую очередь поможет вам при охоте на арийную форель, ну и также подойдет для ловли других рыбешек. Delfin Лифа. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.